Российская боевая авиация успешно поражает позиции боевиков в Сирии. Объектами новых ударов с воздуха стали пункты управления так называемого Исламского государства, хранилище боеприпасов, боевые машины и инженерная техника. Так, в провинции Алеппо с помощью наших бомбардировщиков Су-34 накануне ликвидирован штаб террористов. Разрушены строения, в которых укрывались их командиры. Как сообщили в Министерстве обороны России, всего за последний день было совершено 15 вылетов. В районе населенного пункта Тадмор, провинция Хомс, Су-24М атаковали артиллерийские позиции одного из бандформирований группировки ИГИЛ. Уничтожено 3 установки реактивных систем залпового огня боевиков и полевой склад боеприпасов. Там же штурмовиками Су-25 нанесен удар по району сосредоточения инженерной техники боевиков группировки ИГИЛ, в результате чего уничтожено инженерное вооружение и техника, захваченные ранее террористами у сирийской армии. 2 пары Су-25 нанесли удары по пункту управления и узлу связи террористов, расположенном в горном массиве в районе населенного пункта Джебель-Батра и штабу боевиков группировки ИГИЛ в горах Джебель-Мгар, провинция Дамаск. В результате прямых попаданий корректируемых авиабомб объекты были уничтожены полностью.